Доброго времени суток, фермеры. У нас сегодня на обзоре новая карта, называется она Ягодная. Связанная машинка. Так, 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 куда? Ну, нам автомобиль. Так, ну давайте проедемся, посмотрим по карте, что к чему, как все устроено. Я ее вижу в первый раз. Так, вот такая вот у нас деревня здесь. Довольно неплохо так прорисованы дома. Один появился, это очень хорошо. Сельский магазин. Так. Ну, неплохое довольно такое село, я бы сказал, большущее, огромное. И... Так, куда бы нам съездить? Так, мастерская, сеновал. Прямо, прямо, прямо. Так, без карты никуда, потому что... Так, ферма. Впереди. Так, а я здесь пик. Все понял, давайте заднюю. Деревня большая на самом деле. Какое-то там дома, два сгоревших. Так, как на, а вот все, по дороге сейчас поедем и приедем, наверное, на ферму. Так, тут какой-то плакатик у нас есть. Давайте заценим, что за плакат. Так, это у нас аллея героев, или как ее? Сквер памяти. 1941-45. Довольно так патриотично. Так. Так, здесь у нас где-то овцы размещаются. Так, вот я, как я понял, это вот здесь. Здесь у нас, да, здесь у нас овцы. Вот здесь вот у нас овечки, овчарня. Давайте в коровник заглянем. Так, вот у нас коровник. Корнеплоды, силос. Да, я так понял, сюда все это загружается. Сено, солома, и получается, скорее всего, моносмесь. Так, вот у нас ферма. Довольно ничего так сделано. По крайней мере, что-то новое. И здание, и все остальное. Да. Грамотно. Так, у нас там есть мастерская. Так, непосредственно наш автотранспортный парк. Здесь у нас тоже какой-то склад или что-то еще. Так, вот у нас тут будет мастерская. Сейчас мы туда и попробуем киснуться. Пожарная машина. Волга. Председательская, походу. Так, вот такая вот мастерская. Ребят, ну-ка давайте посмотрим. А дверьки у нас открываются. Так, точно. Смотрите, все very good. Все функционирует. Что у нас там дальше по координатам? Так, есть еще какая-то разгрузка, как я понял, зерноток или что-то в этом роде. Ну, мастерская, смотрите, ребят. Гаражи довольно большие. Сделано грамотно. Двигатель от 700-го. Или от танка.
Так, все открывается. Посмотрите, все, что здесь можно открыть, все открывается. Отлично. Отлично. Так, куда нам еще съездить? Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Так, стоять, назад. Это у нас, я так понял, все мастерская идет. Мастерская и какие-то склады. Склады, мастерская, так точно это и есть. Так, а здесь, ну-ка, заценим. Блин, да вы посмотрите, тут все открывается. Это шикарно же. Оп, а здесь? А здесь вот не открывается. Так, что у нас тут? Пиворама, все в одном месте. Не надо ездить, гонять по карте, чтобы привести что-то одно в один конец, что-то другое в другой конец. Все, вот под рукой, пожалуйста. Пользуемся, наслаждаемся. Давайте заценим стоимость поля номер 23. Какого оно объема. Где купить? А, вижу табличку с надписью «Продается». Так, продажа земельного участка, администрация Перевозского района. Окей, 10,8 гектар, 874 тысячи зеленых. Так, куда бы нам еще с вами отправиться? Так, а если мы проедем вот по той дороженьке, магазин «Регион». Животноводческий комплекс. Ну-ка, надо посмотреть, что это у нас тут. Довольно-таки интересно, много всего. Так, правильно ли мы? Да, я думаю, что правильно. Мы сейчас потом свернем направо. И поедем. Так, все, понял. Направо, налево. Так, вот еще какие... Ага, это у нас склад удобрений, я так понял. Так, точно. Вот у нас склад удобрений. Да. Вот эта карта мне по вкусу. Автору, конечно, большой респект и уважение. Как он написал, что это его на первая карта, но сделано все профессионально. Вот еще у нас тут склады. Нет, у нас тут не склады. У нас тут какая-то ферма. Вон, а ДПС. Давайте заедем, заглянем, что у нас тут. Так, коровки. Только две, остальных серий. Тем не менее, едем дальше. К нашей цели, куда мы хотели приехать, посмотреть, что у нас там дальше. Нам все время прямо, прямо, прямо и прямо. Обгоним ДПС. Хлеб. Да, неплохо, неплохо. Так, стопе. Нет, едем дальше. Впереди у нас мясокомбинат прямо по курсу. Если никуда не сворачивать, прямо в него и упремся. Как грязно в машине-то, а? Ух. Так, вот у нас мясокомбинат. Тихо, тихо. Вот тут у нас заправочка. Так, вот теперь надо как-то нам сориентироваться на местности. Так, прямо у нас будет регион
какой-то там регион, сейчас мы посмотрим. Перевозский район, вот. Ограничение 60 км, обгон запрещен, это и понятно. Река Пьяна. Там какая-то у нас дамба или чего-то там. Так, перевоз. Так, смотрите, здесь у нас автовокзал. Едем туда. Да, я так понял, это автовокзал. Церковь. Школа. Какой-то гараж. Супермаркет или торговый центр. Торговый центр, скорее всего, да, у нас тут. Вот такой вот у нас райцентр. Парк. Так. Здесь у нас плакаты. Всегда на службе людям. Потребительский кооператив. Облпотребсоюз. Так, я так понял, это грузовая как бы станция. Да, здесь что-то у нас тут принимают, сдают. Мясо, колбаса. Здесь элеватор. Так, зерновой элеватор, мы еще до него не доехали. Смотрите, ну все довольно-таки неплохо, неплохо. Да, магнит, точно. Не увидел вывеску, это у нас магнит. Так, ребят, вы тут ходите. Так, зерновой элеватор, нам надо как-то попасть, ДПС. Так, мы сейчас проедем, потом свернем направо. Наверное, вот здесь, да, попробуем? Да нет, дворами мы тут не проедем. Довольно такой неплохой райцентр, да. Зачет. Здесь менты что-то перекрыли все. Ну ладно, не факт. Опс, стоять. Так, здесь что у нас? Так, я так понял, вот он у нас, зерновой элеватор. Или это приемка леса. Так, ну здесь, наверное, лес, здесь брус. А здесь у нас чего? Так, продажа бревен. Загрузка бревен в вагоны с помощью крана и отправьте в поезд. Да, перевозка, лесхоз, продажа щепы. Понял, понял, понял. Так, а где у нас зерновой элеватор? Как нам до него... доколдыбать. Я так думаю, как-то здесь надо проехать, наверное. Да, попробуем, наверное, здесь проехать. Так. Ой, ой. Замечтался. Так, наверное, сюда. Райцентр, с гаражи, все, все как надо, все как у людей. Интересная карта, интересная. Так, вот здесь у нас что? Давайте заглянем. Бумс. Так, здесь у нас, походу, семена, удобрения. Да, точно, так и есть. Загрузка семян, удобрений. Так, а элеватор у нас находится чуть дальше. Так, а если здесь у нас получается покупка новой техники? Если я вижу, МТЗ стоят. Скорее всего, так оно и есть. Так. Что у нас тут? Еще какой-то. Так, хлебозавод. Ребят, вот у нас тут хлебозавод. Грамотно, грамотно. Не какие-то там два здания одиноко стоящих, в которых и раздевалки-то негде разместить. Здесь нормальный, здоровый хлебозавод. Ну и вот зерновой элеватор. Так, а здесь у нас
еще что-то есть. Лукойл. Заправка. Так, как нам туда попасть? А, надо объехать его с другой стороны. Ну что ты, ты не едешь-то совсем ничего. Оп. Так, здесь у нас бордюрчики бетонные. Опс. Вот, ребятоньки, у нас тут зерновой элеватор. Вот такой вот здоровый, здоровенный. КамАЗик под разгрузкой стоит. А, можно ведь было заехать. Чё же я-то ступил? Вот так вот, ребят, он выглядит. Поезд. Все дела. Поезд, смотрите, не какой-то там, а грамотный такой. Так, что у нас здесь? А, что я нажал? А, поезд уехал, да? Понятно. Вот так вот я его отправил пустым куда-то. Непонятно куда. Ну ладно, приедет еще. Вот такая вот, ребят, карта. Попробуйте обязательно. Вам стопудово кому-то понравится. Ну, конечно, кому-то нет. Автор молодец. Я думаю, что ему надо продолжать над этой картой работать. Карту сделал шикарную. Давно таких карт не встречал. Так, выехать я здесь не могу. Вот такая вот карта, ребят. Кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Дальше будет интереснее. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!